Я сейчас сдохну. Я сидела, понтовалась до последнего. А, ты даже не пила ничего там, да? Ничего не пила. Молодец. А сейчас... Телефон сел, нахрен. Маша, быстрей, сейчас... помогай. Маша, помогай. Маша, Маша, значит, меня не трогай. Я выдохшаяся. А, то есть ты выдохшаяся, да? А то, что я сегодня у Гордона тряслась, как осиновый лист, думая, что меня обосрут с ног до головы, это как... Уважаемые дамы и господа, я наконец-то, сука, пришла в свою студию. Мария Ко! Это же вообще! Я сегодня думала, что я сдохну! Во-первых, потому что я не могла выйти в эфир. Во-вторых, потому что меня сейчас в жюри конкурса красоты заставили задавать вопрос, идти на сцену, как почетного члена. В-третьих, потому что, когда мне нужно было выходить Гордону, как главной героине, на диван одной, в этот момент у меня на сцене затряслись ноги и руки. И я сказала редактору: вы знаете, я отказываюсь идти сейчас. Я официально отказываюсь идти к Гордону. Боялась? Я су! Маша, Маша. Маша, послушай, ты ничего не... Быстрее, встань! Встань, сел телефон, не могу! Сейчас меня, от меня уйдут все нахрен! Маш, не уйдут, они... Все, меня ждали, скажи, мама? Ждали? Значит, сейчас все рассказываю с первых уст. Мам, дай свою зарядку, это не стоит. Быстрее! 1%, это не стоит, падает! Станет. Не стоит. У нас все в доме встанет. Маша... Значит, что тебе сказали? Мам, я похудела. Вот и сказали, что больше ты не худела, поняла? Что сказали? Значит, уважаемые дамы и господа, я должна все рассказать. Маш, только ты, Маш. Я так... Секунду, можно я тебе скажу одну вещь? Я так, мам, включи свет. Мам, выпить есть что? Нет. Я так долго ждала нашего эфира. И вы не представляете, Мария Ко. Рассказывай про конкурс красоты. Ольга И. Где Ольга И? В студию. Значит... Я ждала, тебя так ждала, ты был моей мечтой, хруст. Бля, все, мама меня таланты губит на корню, вы понимаете? Значит, ребят, можно я вам все расскажу? Я не могу. Я сейчас начну рассказывать. Значит, надо выпить. Не рассказывай про Гордона. Я про Гордона, мне похер. Это мои подписчики, я тебе серьезно говорю. Я им все рассказываю. Они будут смотреть. Они будут смотреть. Они мои верные подписчики. Я им сегодня рассказала историю. Я тебя заблокировала, ты даже не знаешь, какую. Какую? Всю свою. Которую ты запрещала рассказывать, я сегодня рассказала. Ты хочешь, чтобы я опять переживала заново всю боль? Я не в день рождения рассказывала. Тебе не стыдно. Значит, ребят, пожалуйста, послушайте, это очень важно. Теперь и спать не пойдешь. Подождите, я еще не пила. Нечего пить было. Я сейчас начну. Пока не начала, начну рассказывать. Значит, я пришла к Гордону. Это нельзя рассказывать, вы никому не говорите. Да потому что там у меня контракт подписан, что нельзя рассказывать до эфира. Но я не могу не рассказать. Маш. Я не могу не рассказать. Маша, меня все ждали целый день. Я все рассказываю сейчас все, молчите. Маша, ты можешь мне рассказывать, что тебе нет, сказали? Я скажу, нет, я все нельзя. Скажу. Я ждала все. В общем, пришла... Машенька, потом будут всем миром тебе собирать 2 миллиона. Пришла на передачу. Мне приходит, значит, приходит, как называется? Редактор. Говорит, Маш, ты, говорит, не бойся, но Гордон, конечно, парень жесткий. Очень. Не парень, а мужчина. Я говорю... Красавец. Я говорю, все серьезно говорю, а что скажет? Я уже стою. Настроилась. Послушайте, я просто... Время. Я говорю, вы знаете, я сегодня буду... У меня не будет жесткого чаю образа. Будешь? Я буду, говорю, плакать. Если будет говорить не хуйню, сейчас дети спят, я буду плакать. Они говорят, слушай, ну, наверное, судя по виду, можешь сказать, что ты там, не знаю... Маша. Короче, не знаю, чем занимаешься. Маша. А, дай расскажу. Ты вот знаешь чего? А вдруг нельзя это рассказывать? Дай расскажу. Дай расскажу, мам. Нельзя. Короче. Слушайте, вот вы, она, видите, она перед вами тает и начинает языком молотить. А вдруг нельзя Нет. это рассказывать? Нет, я хочу сказать. Маша. Мам, ты можешь замолчать? Не это не сейчас несерьезно. Ну ладно, я молчу. Ну, короче, тогда вообще? Иди, мам. Я не буду рассказывать подробности. Ну, короче, я вошла. Чтобы вы понимали, ноги трясутся, руки трясутся так, как, знаете, как будто у меня просто... Я думала, все. Я думала, что я сдохну. У меня такого состояния не было никогда.
Да, нельзя, потому что я подписала контракт, что если я расскажу подробности, это штраф 2 миллиона. Не, ну, не в этом дело. Что это? В магазин сходил, немножко купил еду. Дай тебе рыбку. Ты зачем на 1000 купила? Да. Я тебе не разрешаю такие деньги в магазине тратить. В общем, ладно, доскажу все. Я выхожу. Когда переболеет человек, анорексия, то все покупаешь. Рыбку будешь? Ой, рыбка. Рыбу делаю, руки вымыть. Рыбка соленая. Руки димой. В студии рыбка, семга. Ой-ой-ой, семга соленая. Кусочек тебе. Купила кусочек? Короче, и он говорит. Начинается первый вопрос. И я боевая тёлка. Вот так вот сажусь на этот красный диван. Да, одна. Я думала, что я буду сидеть среди зрителей. Передо мной 9 экспертов спереди буду. И по бокам по 2. Я вот так вот сижу. По бокам мы сидели, это мы не эксперты. С двух, ну, с этого два бока мама с Аленой, с того, значит, еще эксперты. И Гордон мне задает вопрос. И меня, я понимаю, что все, дело идет к эскорту. Ну, реально, наклонит к тому, что там бабло, не бабло. Проходит буквально там минут 5, и у меня было ощущение, что я реально сижу на исповеди. Вы знаете, я на него смотрю, у меня просто слезы. Я не могла поверить, что Первый канал, что человек сидит без уха, задает мне вопросы, я отвечаю не то, что мне сказали говорить, а то, что я чувствую. И он просто с каждой фразы проникается. И я на него смотрю, у меня просто он на меня, и я понимаю, что я просто, я таю от того, что у человека реально это ведущий, да? Вот когда мы были с Кристиной Корягиной, он Маша, на меня... это Первый канал, Первый Веников. Мы были с Кристиной Корягиной, да? И там Борисов вел. И я просто понимаю, что он ни секунды не вник в ситуацию. Кто? Я не пьяна, я еще не пила. Кто? Что? А этот человек, он просто сказал, я говорит, тебя уважаю. Вы представляете? Я сидела, у меня было ощущение, что я просто во сне. И он мне говорит, ты красавица. Но ты говорит, Машенька, осталась, он не говорил. Ты говорит, осталась простой девочкой, такой простой, которая реально не понтуется, не строит из себя. Короче, я он подошел, рядом, но этого я не помню. Он подошел, маме поцеловал руку, у меня шок просто был. Это потом, уже после программы, потому что я хотела зачем его обнять, ну, и он, наверное, зачем, чувствовал, что я зачем говорить, что пьяная, где я пила? Она вообще не пила, мама. Я не пила. Она... Я сейчас реально буду бухать. Представляете? У меня завтра опять съемки будут. Вы знаете, я вам благодарна, что вы дождались Марию Ко. Ольгу и... Владимир Йо, мне так это приятно. Знаете, я вам... Значит, сейчас так... расскажу про конкурс. Сейчас, секунду. Я вам просто хочу сказать, что Маша, это вот настолько харизматичный человек, то, что вы принимаете за то, что... А что, у тебя еще эта бутылка? То, что вы принимаете за то, что все. Ребенок... Кто выпил... со мной будет пить, ребят? Можно же, она... да? Маш, ну, подожди. Гордон, он просто реально умница, человек. Умница. Он... Знаете, что я поняла? Он мне сказал 5 фраз, по которым было понятно. Он сказал, Ойстрах, я говорю, а, Давид Федорович, Борис Березовский, вы, ну, Маш, многие бы подумали, Маш, что это миллионер. А я говорю, ну да, это первая премия Чайковского. Маш, ты что, охренела? Все, это нельзя говорить, я ухожу. Маш, ты что, вообще? Убей меня нахрен! Маш, закопай меня за плинтусом, я тупая овца. Все, Маш, пиздец. Маш, вы знаете, я вам скажу тоже, я настолько... Мамуль, принеси стакан. Мне не надо, я не буду. Мне. Красивый бокал. Я настолько... А ты брынзу не купила? Забыла. Вот что как? Забыла. А я же сегодня соленая. Мам, я хочу сейчас солененькое, а завтра же съемки утром. Да, я настолько... Завтра массажист приходит в студию. И она тоже под впечатлением, понимаете? Это правда. Вы знаете, я и не верю. Она не... Я просто... Маш, а Маш, вот теперь замолчи. Просто замолчи. Вы знаете... Я правда, у меня нет денег, чтобы выплачивать. Потом
гонорары. У меня нет денег. А вы спрашиваете, она с удовольствием. Она просто под впечатлением. Она прям как будто влюбилась в этого Гордона. Понимаете? Вот реально. Поэтому я не хочу, чтобы она говорила, ну, Маш, неужели будет вино пить? На ночь глядя. Маша, доливай уже остатки. Ну что, дорогие друзья, у меня для вас тост. Для вас. Я хочу выразить вам огромную благодарность за то, что у меня есть такая семья большая. Раньше ее не было. Ну как, я раньше не ценила... Жанночка, не могу, я раньше, сегодня не ценила, но я не понимала, что такое Инстаграм. То есть я относилась к этому так, сквозь пальцы. А сейчас я реально вкладываю душу, я пишу то, что мне, ну, через огромную боль, чтобы меня лучше узнали и поняли, какой я человек, чтобы, ну, не общались с пустотой. И вы меня сегодня так поддержали перед Гордоном. Мне пришло в директ около 80 пожеланий о том, что мне желают быть сильной. Ты устала, садись. И не бояться. И знаете, вам, да, гранатовый соус? Просто? И я вам благодарна. Гранатовый. Я вам очень благодарна. И честно, я, наверное, ну, раскрою, да, вам свою душу немножко больше. У меня на Доме 2 сложился, да, такой имидж. Лимончика полью. Давай. Имидж такой, ну, не очень хороший. И я очень переживала по этому поводу. И я много раз хотела бросить Инстаграм, потому что я видела, что как-то меня, ну, не любят. Не любят. И я безумно благодарна каждому из вас, что вы меня так вообще поддерживаете. В общем, за вас. Не увлекайся, потому что холодный очень, гри во рту. Ты больше бухать? Гри, нет, я это не. Это большая ошибка. Надо выпить. Нет, я не хочу. Стози. Нет, девчонка, я не буду. Я тебе это купила. Юля как себя вела? Но она меня подколола. Какая Юля? Аршавина. Юля Аршавина? Ну да, ну жена Барановская. Так, а, ну, Барановская. Она меня подколола там разочек, типа что... Нет, Маш, а, Маш, ты вообще хочешь передачу рассказать? Всё. Или что ты хочешь? Совсем с ума сошла? Ты вообще, Маш, ну я удивляюсь, ты опытный человек. Представляешь, я так счастлива, что люди, несмотря на то, что поздно, да, меня расскажи, дождались. Расскажи про конкурс красоты. Я сидела со Шпаком. Да. Хотите фотку покажу, показать? Мы с ним, он мне говорит, ты такая крутая, Маш, он мне говорит, я охренела. Я думала, ну как бы вообще. Маш, ты людям расскажешь, он кто говорит, это Шпак. Шпак. Ну, может, кто-то знает. Вот, а кто еще был? Короче, были такие звезды там. Мне так было приятно, и меня заставили задавать вопрос. Я вообще офигела. Типа, встает член жюри, меня так там объявили, я чуть не потерялась. Это тебя что за это штучка? Ой, это я ходила тайное голосование в комнату. Да? Да. Давай я сниму. А меня туда отправили. Это, знаете, я шла на пятый этаж в Вегасе. Вот, и голосовали. Они крутые. Да, вот, смотрите, сейчас фотки. Вам показать фотки? Сейчас покажу все. Вот, смотрите, как я вопрос задавала, как ей было уйти. Да, я рада, что я попала на ваш конкурс. Вы такие все, вообще харизматичные, подняли настроение на все 100. В общем, я сейчас задам вопрос. Слушайте, я потерялась. Подождите, надо прочитать. Подождите, прочитать. Покажи его покрупнее. Вот. А покрупнее нельзя его показать? Короче, ребят, вы не понимаете, я чуть там от страха не сдохла. Маша, а ты можешь сказать людям, кто это Шпак? Вот, я голосовала вот за этот номер. Хорошо. Девушка, вот она, смотри. Смотри, я за тебя голосовала. Смотри. Ты понимаешь? Как бы, ну, нет комплекса. Короче, я рассказываю. Знаете, что для меня стало шоком? Конкурс полностью справедливый. Да?
Значит, к нам подходил директор каждому. И реально ставили баллы и подсчитывали голоса при нас. Ой, шикарные. Она пела, его жена. Машенька, я хочу тебя поздравить с тем, что так программа у тебя сегодня прошла. Ну и что ты, и вообще, и ты не ела ничего, и ничего. Только она говорит... Малечка моя. Ты что, икру купила красную? Маленькую икру купила. Мамуля! Мам, ты в студию икру принесла. Да. А мы всех угостить не можем. Не можем. Ну тогда не надо есть ее сейчас. Спасибо. Вот и все. Ой. Ребят, а мам, хотела, мама да? меня мечтала. Я знаю. Я, Господи, знаю, что ты ничего не ешь у меня Ой. Так лишнего. Поэтому думаю, ну куплю тебе. Ребят, я только приперлась с конкурса. Меня отозвали еще на продолжение. Да? Да. А какое продолжение? Меня на Арбат позвали. А что ты не пошла? Мам, ты знаешь, что мне сегодня сказали? Нет. Мария, вы знаете, мы ненавидим Дом 2. Слушай, мам, что было? Но вы единственная участница, в которой в душе целый мир. Да. Я прослезилась. Это сказал, ну... Человек какой-то. Руководитель конкурса. Я была в шоке, что меня туда позвали. Он говорит, я читаю все твои... Ты представляешь, я держалась, чтобы не плакать, не позориться. Ты-то у нас плачешь все время? Я плачу. Я позорюсь. Вот. Меня звали сегодня на автопати сейчас. Но я сказала, что я не могу. А знаете почему? Потому что должна выйти. Потому что я шла к Марии Ко. Гонит. Я тоже думаю, гонит, но было приятно. Но я не могу. Знаете, там действительно ведь много таких девочек хороших. Просто никто не знает. Вот мне Мэри тоже нравится, понимаете? Ты выиграла конкурс, я тебя поздравляю. Топик очень красивый. И это не нижнее белье, мои хорошие. Ребята, завтра будет масштабный конкурс у меня на самое крутое название для YouTube-канала. Вы увидите закулисье всего того, что со мной происходит. И симпатично очень. И будет за это приз денежный. Тот, кто придумает самое крутое название для моего YouTube-канала. Так что завтра утром стартует конкурс. Маша наша лучше есть. И не толстеть заложено в организме. Смотрите на меня. Видите? Ты лучше. Видео в кубиках? Бля. Так, сейчас я уберу все фильтры. Так, все фильтры убрала. Маша, а Марина долетела? Ты такая хорошая. Марина, да. Долетела? Мы с тобой... Прямой эфир. Слушайте, ждем Стаса в студию завтра. Стас завтра приходит в студию. Надо его перенести немного. Потому что у меня будут съемки. Неприятный макияж это. И надо перенести Стаса на... Мам, надо Стасу позвонить. Машенька, вообще перенеси его с завтрашнего дня. Я ночью не могу, когда... Ночь это очень поздно. Вот честно тебе скажу. Маш! Я не могла вам не рассказать. Я бежала к вам. Я не пошла на автопати. Маша, ты зря не пошла, я пошла. В Meet and Fish. Маша, а почему ты не пошла, дочь? Я хотела к нашему выйти. Ну, Маша, ты что, с ума сошла? Клянусь. Ну, потом бы вышла завтра. Как? Я за тебя уходила. Они в студию ждали меня. Ну, вышла бы завтра. Спят уже половина. Как спят? Нет, все мои со мной, 600 человек. А историю мою отметила сколько? Я ж прослезилась, пока в машине ехала. Да? Угу. Вкусный огурчик? Угу. Хорошо я тебе все купила? Умереть. Маш, да там уже у вас столы были полные. Почему ты не ела ничего? Мама, я не могла есть там. А, ты не могла там. Есть, да? Это неприлично. А-а-а. Это тут-то мои все. А там-то на меня смотрели в рот мне. Че, я сижу, жру. Да? Камеры вот так ходили. Но я и не стала. Маш, ну как, Гайка Павлович тебя увидела? Ой, да. В общем, конкурс
справедливый был. Приятно радует. Что наконец-то, блин, надо было сходить. Я тоже, знаете, что думаю, с кем познакомилась бы там. Однозначно. История до слез. Ты же не говорите, блин, здесь мама, пожалуйста, ребят. История настоящая, клянусь, вот перед Богом всем клянусь, что история, к сожалению, настоящая и очень страшная. Вот, ну, моя история, имею в виду. Потому что, ну, такое выдумать нельзя, если честно. Да и не нужно ни в коем случае, никому. Я просто, еще раз говорю, я написала для того, чтобы вы понимали лучше, с кем вы общаетесь и к кому вы ходите в эфир. Вот. Мужиков, что не было уверенных, достойных для отношений, ты такая веселая. Ну, да, возьмешь в эфир нас с подругой. Маша, заряди, в твоих вспомнила на конкурсе, так волновалась, думала, в обморок вода. Твои слова дали мне уверенность. Плюс смотрю на твой пример и понимаю, что не нужно ничего бояться. Ребят, самое главное в этой жизни — ничего не бояться. Если бояться, то это все. Это финиш. Нужно быть уверенной в себе. А идти, как это быть, и Маша? Самое главное, Маш, как вот это ты, вот это вы пережили. Ну, это еще только цветочки. Машенька, а как вот научиться быть уверенной, не бояться? Вот как? Ну, с опытом. Маш, видео в кубиках. Ну, я. Видео, бля, в кубиках. Я же интернет не включила. Как? Я же интернет не включила. Я выключила интернет там, Wi-Fi. А сейчас не выключила? Я не включила. Если я сейчас выключу, то прервется. Машу, это душевное. Спасибо большое. Маша, вот когда ты стираешь, очень тихонько, не натирай сильно. Давайте я заново выйду. Сейчас выйду за минуту.